Федерация до лета проживет в режиме самоизоляции. Напомним, регионам дали право самим определять, как возвращаться к привычной жизни. И власти республики пока решили оставить все как есть. Уровень заболеваемости не снижается, поэтому и смягчать ограничения рано решили в правительстве. В целом, за последние сутки в Хакасии зарегистрировано 8 новых случаев заражения COVID-19. Общее число 532 случая. При этом за сутки выздоровело 17 человек, а общее число пациентов, которые перенесли коронавирус и сейчас уже здоровы, в Хакасии 149. Режим всеобщей самоизоляции по новому постановлению будет действовать до 31 мая включительно. При этом пока новых ограничений, как, впрочем, и послаблений, правительство Хакасии вводить не намерено.